Приветствую, друзья. Мы будем проводить антистрессовую подготовку на вебинаре. И приглашаю вас на вебинар. И на этом вебинаре каждый из вас получит в Zoom'е получит развернутый ответ на задаваемый вами вопрос. Я очень хорошо понимаю, что когда у человека состояние, которое назвать ему плохо, у него нет времени для того, чтобы слушать психологов, какие-то теории, какие-то объяснения. Но я буду делать по нашей традиции. Мы сразу можем попросить вас, кому из вас хуже всех, по десятибалльной шкале, мы там градусник напряжения покажем виртуальный, чтобы вы могли ориентироваться, что как быстро себя идентифицировать, на каком уровне вы находитесь. И под контролем этого индикатора напряжения мы будем производить оценку эффективности наших приемов, которые я буду там показывать. И мы спросим сразу, кому хуже всех, и кто-то там поднимет трубку, выходи. И он скажет, как ему плохо, интимные подробности можно не говорить. Это не обязательно. Просто он скажет, вот я сейчас здесь или здесь. Это 10, это 0. Это безмятежность, это штиль, а это шторм, это индикатор напряжения. Без этого психолог вообще в мире, как он работает, это непонятно. Это есть достижение только нашей школы «Человек будущего» Homo Futurus. И сразу все становится на место. Вот вы вышли, вам плохо, я вам подсказываю, как подобрать действия, резонансные вашему текущему состоянию в моменте, и вы моментально, через минуту, чувствуете себя хорошо, и на глазах улыбка, и на щеках улыбка, все видят же там. Все там видят, и учатся тоже этому. И вас спрашивают, а теперь сколько? А вы говорите, уже снизился, вот это уже понятно. Итак, друзья, приходите на вебинар. Антистрессовая подготовка – это воспитание с помощью уникальных приемов, а там будет два не меньше новых приемов. Там написано все, посмотрите в Леониге. Это предварительное профилактическое повышение стрессоустойчивости в предстоящем будущем стрессовым экстремальным ситуациям. Это очень важно, потому что человек, попавший в экстремальную ситуацию, если он не прошел такой антистрессовой подготовки по методу ключ, потом кто бы ему не помогал, и врачи, и психотерапевты, и психологи, все-таки последствия после всяких вот этих неприятностей трудно прогнозируемые. А когда он прошел антистрессовую подготовку, он сам может управлять своим состоянием и использовать энергию страха, стресса в собственном применении для решения даже давно нерешаемых им вопросов. Это потрясающая вещь. Она помогает сократить кризисные состояния у людей. Она помогает сократить очень много нарушений. До встречи!